кардио, стрейчинг, МФР, силовые и функциональные тренировки. На уличной площадке молодежного центра начались занятия с инструкторами. В этом году к работе присоединилась фитнес-тренер Дарья Колина. Она подбирает для человека нагрузку в соответствии с запросами, а также проводит групповые тренировки как для женщин, так и для мужчин. Для девушек тоже есть программы, такие как проработка ягодичных мышц, для парней, для взрослых, то есть упражнения на турниках, на брусьях, то есть разные. Есть у нас инвентарь, молодежный центр выделил нам оборудование необходимое для комфортного занятия. В нашем ассортименте есть гантели, экспандеры, фитнес-резинки, также мячик баскетбольный, волейбольный. Гантели потяжелее, полегче. Сейчас еще обещают привезти блины, то есть чтобы можно было что-то поинтереснее, потяжелее давать людям. Тренер проводит тренировки как с дополнительным оборудованием, так и собственным весом. Также на площадку могут прийти дети и пожилые люди. Для них тоже предусмотрена отдельная программа. Если у вас есть травмы, инструктор это учтет и даст индивидуальные рекомендации. Работаю я, получается, 2,5 часа. В 5 часов я начинаю выносить оборудование и уже тренировки с 5:30 до 8. Вот. Но если задержимся, то, я думаю, летом будем задерживаться, ничего страшного, то есть там до 8:30, например. Инструктор Дарья Колина работает на площадке каждый понедельник, среду, четверг и пятницу. По субботам с 16 до 19 часов базовые движения брейкинга, хип-хопа, а также общефизические упражнения дает Антон Козлов. Занятия на площадке молодежного центра будут проходить в течение всего лета. Всех желающих провести время с пользой ждут по адресу улица Куйбышева, 19/1, вход со двора. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.